Где-то там далеко и когда-то давно жил премудрый и опытный старец. Он всегда говорил, беспрестанно твердил: слава Богу за скорбь и за радость, слава Богу за все, слава Богу за все, слава Богу за скорбь и за радость. Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я расскажу вам о великом святом, преподобном Серафиме Саровском. Еще при жизни его знала и чтила вся православная Россия. Слух о великом подвижнике ходил повсюду. Итак, в самый разгар лета, 19 июля 1754 года, в городе Курске, в семье купца Сидора Ивановича Мышнина и его жены Агафьи Фотиевны родился третий ребенок, мальчик, получивший имя Прохор. С самого детства происходили в его жизни удивительные события, которые указывали, что судьба его будет исключительной. Семилетний мальчик Прохор Мышнин вместе с матушкой забрался на строящуюся колокольню и, заигравшись, упал вниз. Перепуганная мать сбежала по длинной витой лестнице и увидела сына живым и невредимым, будто неведомая сила подхватила его в воздухе и мягко опустила на землю. Вскоре опять случилась беда. Заболел Прохор тяжело, думали, не выживет. Но явилась ему во сне Богородица и обещала исцеление. Несли в ту пору крестным ходом мимо дома Мышниных икону знамения Божией Матери, да из-за грозы и ливня занесли ту икону к ним во двор. Приложили мальчика к чудотворной иконе, и с той поры быстро исцелился он от болезни. Рос Прохор в большой любви ко всему божественному. Ежедневно читал он Библию и другие церковные книги и часто бывал в храме. А вот когда вырос, он попрощался с матушкой и из родного Курска отправился в далекую Саровскую пустынь. Сначала Прохор был послушником, то есть исполнял послушание, работы по обслуживанию монастыря. Он пек хлеб, столярничал. Но снова жизнь его подверглась испытанию. Заболел он тяжелой болезнью, водянкой. Все тело его опухло, как будто налилось водой. Ноги не ходили. Целых 3 года болел Прохор. И опять спасла его Царица Небесная. Явилась ему Богородица, дотронулась до него жезлом, на том месте сделалось углубление, и вся вода вытекла. После этого он стал быстро выздоравливать. Благодаря своему старанию и усердию в делах и молитвах он завоевал право стать монахом и нарекли его Серафимом. Серафим значит пламенный. Монашеская жизнь Серафима была направлена на служение Богу и людям. Он 1000 дней и ночей стоял коленопреклоненным на камне и молил Господа о прощении людей и их спасении. Долгое время он жил в лесу неподалеку от монастыря. К батюшке Серафиму приходили за советом и утешением сотни людей, и всем он уделял внимание, встречая словами «Здравствуй, радость моя!» и вел беседы, которые помогали людям жить и становиться добрее и лучше. Даже звери не боялись этого великого старца. Люди видели, как Серафим кормил их из рук. Говорят, что захаживал в гости на угощение и огромный медведь. Батюшка Серафим излечивал больных и мог предугадывать будущее. Он даже предсказал то, что его мощи будут лежать не в Сарове, а в Дивееве. Но самое главное, он предвидел те страшные испытания, которые постигли Россию в 20 веке, и предсказывал возрождение и возвеличивание нашего Отечества. Люди любили доброго старца при жизни и помнили и высоко ценили его после смерти. Умер батюшка Серафим в 1833 году. А в 1903 году Серафим Саровский был причислен к лику святых. На торжества, посвященные этому событию, приезжали в Саров царь Николай II с царицей.
Сегодня на дальней пустынке, где молился батюшка Серафим, стоит памятник. Слава Богу за все, слава Богу за все, слава Богу за скорбь и за радость.